Их могли забить до смерти в этой подсобке. Но на площади собрались люди. Там ждут. Там ждут, когда начнется главная часть кровавого шоу. К ритуалу все уже готово. И казнь, а то, что она состоится, уже не вызывает никаких сомнений, должна возыметь по замыслу устроителей воспитательное значение. В первых рядах воспитателей сам Зелимхан Яндарбиев. Мы вышли наказать людей, которые воюют с Аллахом и с его пророком. И позволительно отрезать им ноги, позволительно им отрезать руки. И в этой жизни мы должны их наказать. Через несколько минут умрете. Скажите правду. Оставьте нам истину. Молодой человек проявил исключительное мужество. Он сказал: «После того, что вы сейчас со мной творите, я не хочу жить».